Сегодня должен был состояться суд над одним, и он состоится в видеоконференции, правда, над одним из сепаратистов, которые захватывали Харьковская ОДА в 2014 году. Мы хотим высказать свою позицию за то, чтобы приговор все-таки состоялся, для того, чтобы приговор был справедливым и восторжествовала справедливость. Человек чувствует, что, скорее всего, он останется безнаказанным, ведет себя нагло и вызывающе. И мы решили напомнить, что наши законы, наши суды, обвинения в лице прокуратуры и то следствие, которое проходило и велось полицией, оно объективно должно быстро рассмотреться, должен быть честный, справедливый приговор. У нас есть надежда на то, что суд примет законное решение, и враг украинского народа и враг нашего государства будет осужден по закону. Мы посмотрим по ситуации, конечно, попытаемся поддерживать и следующие судебные заседания. Поэтому надеемся, что долго это не продлится, а все завершится, исходя из законным принятием решений. Судове засідання по розгляду кримінального провадження відносно Юдаєва Сергія Олеговича. Не з'явився в судове засідання ваш адвокат, він зараз знаходиться в іншому судовому засіданні. На сьогодні судове засідання відкладається.